Последние дни на девятых этажах двух домов по улице Маршала Жукова в микрорайоне Сосновый Бор температура в квартирах не поднимается выше 16 градусов. По словам одного из местных жителей, выходные и вовсе сидели без тепла. По жалобам горожан, а также чтобы разобраться в ситуации, на место в военный городок, котельную которого обслуживает компания ЖКС-10, выехала комиссия специалистов Комитета городского хозяйства, Управления муниципальной жилищной инспекции и других организаций. Ну, получается, в субботу вечером их отключили, 6 часов вечера, и отопление дали на утро, наверное, воскресенье, 9 утра. После этого начали батареи нагреваться постепенно. Обогреватель, да, как бы в зимнее время включен постоянно, потому что холодно. Окна заклеиваем, тоже не помогает. Но и с обогревателями температура в помещениях всего 18-20 градусов. Помимо отопления существует проблема и с напором холодной воды. Жителям приходится для того, чтобы просто элементарно набрать чайник, ждать в течение 50 минут. Да. По поводу ХВС ванны такая же ситуация, то есть невозможно принимать ванну, поскольку приходится набирать горячую воду и, соответственно, ждать ее остывания. Чтобы выяснить причину, специалисты спустились в подвал. Как оказалось, температура подачи тепла в дом слишком низкая и нет циркуляции давления. Проведены замеры на пол Жукова 15. Параметры, наводим на квартирный дом, не соответствуют температурному графику. На вводе 64, на подаче 64, на 44 обратка. Согласно температурному графику, должно быть 70 на 54. И перепад давления отсутствует в квартирном доме 2,2 на 2,2. Что является, отсутствует циркуляция нам на квартирном доме. Проверили и подачу тепла в котельной. Там все по нормативу. Значит, проблема вероятнее всего на теплотрассе. В квартирах ненормативная температура. Вот при замерах, конечно, были включены обогреватели, составило 18-22 градуса. Значит, понятно, что при отключении обогревателя это ненормативная температура. Значит, эти все проблемы адресовали в ЖКС-10. Значит, оперативно сейчас вот будут приняты меры, завтра установлены дополнительные подкачивающие насосы на эти дома, чтобы обеспечить нормативное давление. По словам представителя ЖКС-10, в ближайшее время сделают ревизию по исправности запорной арматуры. А что касается напора воды, то уже в среду пообещали поменять насосы, и проблема должна исчезнуть. Степан Столбовский, Валерия Каратуева, Евгений Павлов. Новости дня.